Танцы классические и народные. В Ивановском колледже культуры в юбилейный 10-й раз проходит международный студенческий конкурс хореографических отделений «Дебют». Гостей из-за рубежа в этом году, к сожалению, нет. Тем не менее, география участников впечатляет. Приехали танцоры из Ярославской, Тверской области, Республики Коми, Мордовии, Адыгеи. Три номинации, они постоянные у нас. Это классический танец, композиция, постановка танца и народный танец. Вот вчера проходили первый день конкурса классический танец, сегодня это народный сценический танец и композиция, постановка танца. Самая массовая номинация – народно-сценический танец. В ней представили номера почти 50 человек. Работу студентов оценивает столичное жюри. В первую очередь обращают внимание на технику, сценический образ, подбор музыки и костюмов. Чтобы поразить экспертов, нужно хорошенько потрудиться. Но сегодня студенты красивые, очень молодежь. Они пытаются сделать. Бывает, получается у кого-то лучше, бывает, хуже получается. Но они на правильном всем пути, потому что они влюблены в народный танец. В ритм, в движение. Это самое главное, чтобы они получали удовольствие. На сцене сменяют друг друга сольные, парные и коллективные выступления. На подготовку одного номера у ребят уходит минимум 2-3 месяца. Все движения должны быть отточены, а партнера нужно понимать без слов. Регулярные репетиции – это, пожалуй, и есть залог успеха. Будем показывать русский танец и народный танец. У меня будет узбекский танец в народном танце, ну и просто русский танец. Ожидаем от конкурса много впечатлений, эмоций, очень волнуемся, переживаем, естественно. Но надеемся, что все пройдет хорошо. Завершится конкурс большим гала-концертом. Победители в своих номинациях получат грамоты, ценные призы, а главное – отличное настроение. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.